Время новостей на телеканале «Звезда». В студии работает Олеся Касьяненко. Здравствуйте, и сегодня в эфире. 23 июля президент Беларуси Александр Лукашенко провел переговоры с губернатором Амурской области Василием Орловым. Ход уборочной кампании под контролем. Сотрудники Полского РОВД проводят рейды по сельхозпредприятиям региона. В большинстве случаев все недочеты работники агропромышленного комплекса устраняют на месте. Республиканскому проекту «Медикус» 2 года. Студотрядовцы из Беларуси и России приступили к работе в больницах Новополоцка и Полоцка. 2-й год подряд учреждение здравоохранения Новополоцкая центральная городская больница приняла вот этот проект «Медикус». Перейдем к подробностям. Взаимодействие с дальневосточным прицелом. Во Дворце независимости 23 июля губернатор Амурской области России. Это первый визит Василия Орлова в Беларусь в качестве главы региона. С Дальним Востоком наша страна работает давно. На счету много успешных примеров. От строительства до высоких технологий. Сейчас задача определить четкий план дальнейшего сотрудничества. Минск и Благовещенск разделяют почти 8 500 километров. Но мы тесно переплетены совместной историей и масштабными проектами. Например, через Амурскую область проходит Байкало-Амурская магистраль, на стройке которой в свое время трудилось около 60 тысяч белорусов. Строительная сфера выходит на первый план и сейчас. В регионе есть спрос на возведение жилья и объектов инфраструктуры. Компетенции наших специалистов лишними не будут. Активно развивается Благовещенск. Как мне рассказывали, только стройплощадка дальневосточного квартала предусматривает возведение в городе около 334 тысяч квадратных метров жилья. Планы региона по увеличению добычи полезных ископаемых позволяют рассчитывать на продолжение поставок наших большегрузных карьерных самосвалов БелАЗ. Ваша область – экспортер электроэнергии. Интенсивное развитие электротранспорта в соседнем Китае вскоре перекинется через Амур и потребует более динамичного развития специальной электрозарядной инфраструктуры, составляющие элементы, которые у нас производятся и более 5 лет успешно эксплуатируются. В агропромышленном комплексе белорусские ученые-аграрии заинтересованы участвовать в проектах по модернизации материально-технической и технологической базы растениеводства, животноводства, селекции сельскохозяйственных культур, а также перерабатывающей промышленности. Компетенции в Беларуси серьезные в этом плане. На территории области сегодня реализуется логистический проект «Амурский коридор», который включает в себя несколько инфраструктурных объектов. Предлагают присоединиться и нашим строителям. В планах на ближайшее будущее – создание в регионе белорусского торгового дома, чтобы наладить поставки продуктов питания без посредников. Беларусь продолжает укреплять отношения с Россией по всем направлениям. Это касается не только экономики, но и образования. Как подтверждение последнему, вот уже 2-й год в нашей стране реализуется республиканский медицинский проект «Медикус», в рамках которого в Новополоцк в этом году прибыл 31 человек, в 2 раза больше, чем в прошлом трудовом сезоне. Студенты из различных регионов Беларуси и России уже вовсю трудятся в стенах Новополоцкой центральной городской больницы. Подробности в материале Антона Лещенко. Начало трудовой смены. Будущие медики из разных регионов Беларуси и России, прибывшие в Новополоцкую городскую больницу, уже приступили к работе в качестве младшего и среднего медицинского персонала. Всему виной 2-й по счету медицинский трудовой проект «Медикус». Всего в этом году в Полоцкий район прибыло 52 студотрядовца, 31 из которых трудится в Новополоцке, а 21 в Полоцке. 2-й год подряд учреждение здравоохранения Новополоцкая центральная городская больница приняла вот этот проект «Медикус». Ребята приехали для того, чтобы перенять какой-то опыт, общаться, ну, узнать вообще, что такое медицина изнутри. Мы очень надеемся, что в следующем году они вновь приедут и что их будет гораздо больше, чем 31. Принять мы можем и больше. Так что будем ждать их с нетерпением. Участвуя в таких рабочих проектах, будущие медики не только знакомятся с особенностями, будущими условиями своей профессии, а получают самый настоящий практический опыт, который в будущем поможет им стать профессионалами своего дела. Так, Ксения Обрушкевич, студентка Гродненского медуниверситета, с особым энтузиазмом выходит на смены в терапевтическое отделение НЦГБ благодаря давнему интересу ко врачебному ремеслу.
Вообще, мне кроме биологии и химии ничего не нравилось в школе, наверное. И из этого, исходя, как бы медицина, это было ближе всего, интереснее, как бы узнать про свой организм и как бы и как это все устроено у нас, в принципе, у человека. На целине я впервые, и у меня был настрой очень боевой, потому что мне хотелось получить новый опыт, какие-то знания получить дополнительные, как это на практике как бы выглядит вне занятий. Из трудностей, наверное, найти подход к каждому пациенту, потому что каждый по-разному относится к любой процедуре, и как бы преподнести то, что ты делаешь, нужно быть по-разному для каждого пациента, и пока что для меня это, наверное, самое сложное. Но я вроде как справляюсь с этим. В свою очередь, в приемном отделении Артем из Воронежа также трудится, не покладая рук. Как признается будущий медик, поначалу было сложно из-за большого количества пациентов. Однако студотрядовец быстро адаптировался и успешно справляется со своими обязанностями, что подтверждают и работники Новополоцкой горбольницы, тщательно курирующие ребят. А любовь к медицине у Артема с каждым днем все больше. Загорелся идеей пойти в медицину еще с раннего детства. Я всю жизнь пробыл в больницах со своими глазами и наблюдая за том, как работают врачи, за тем, как они вообще действуют, я решил, что это вот мое призвание, что я хочу помогать людям и связать свою жизнь с медициной. Моя работа медбратом в приемном отделении заключается в приеме пациентов, оформлении их историй или справок и оказание им первой медицинской помощи по надобности. Сюда приехал с настроем поработать, с настроем получить новые знакомства, новый опыт, новые связи межличностные и просто получить удовольствие от отрядов и отрядной деятельности. Трудиться и получать бесценный опыт в рамках проекта ребята будут вплоть до 23 августа. В свою очередь, как сами ребята, так и работники медучреждений надеются, что с каждым годом заинтересованность студотрядовцев из всех регионов Беларуси и России к проекту возрастет. А в будущем страны-сестры взрастят еще больше настоящих профессионалов своего дела, не только выполняющих, но и по-настоящему любящих свою работу. Антон Лещенок, Сергей Залынский, телеканал «Звезда». Уборочная компания 2024 с каждым днем набирает обороты. По данным Минсельхозпрода, на 23 июля в Беларуси продолжаются работы по заготовке травяных кормов. Всего заготовлено около 34% кормовых единиц от плана. В целом же аграрии с учетом рапса собрали порядка 3,5 миллионов тонн зерна. Из них немногим менее 950 тысяч в общую копилку внесли хлеборобы Брестской области. Минской свыше 830. На Гродничине собрано более 810 тысяч тонн. К отметке в 400 тысяч приближаются труженики полей Гомельщины. В Могилевской области собрано более 300 тысяч тонн зерна. В северном же регионе аграрии отправили в закрома порядка 180 тысяч тонн. К слову, накануне в Поставском районе чествовали первого комбайнера-тысячника. Геннадий Анкудович из хозяйства Новоселки Лучай первым в Витебской области намолотил 1000 тонн зерна. Механизатор опытный, всегда на передовой жатвой, и поздравления принял прямо в поле. В его адрес прозвучали слова благодарности от руководства области, района и профсоюзов. От погоды, от техники зависит. И от урожая, что выросло. Вся мида комбайн уже проехал, все можно было. Есть климат-контроль, в кабине нормально. Обеды привозят, как положено, горячие обеды. Ритм глава государства всегда задает правильный, настроены по-боевому, да, все комбайны, 10 комбайнов исправны. Сегодня два комбайна убирают семенную пшеницу, три комбайна здесь убирают фуражную пшеницу, остальные убирают горох. Все в работе. Солома убирается, сушится зерно, закладывается, каравай формируется. В этом году мы действительно все по технологии сделали и не было недостатков. И в удобрениях, и сроки высева были технологически соблюдены. В хозяйстве сегодня оболачивают поля с пшеницей, и почти треть площадей уже убрана. Железная дисциплина и контроль за проведением всех полевых работ.
Жесткое требование главы государства. Уже в ходе посевной кампании этого года в Беларуси выявлено 142 преступления. Хищение, коррупция, приписки, неготовность техники. Подобного быть не должно. Для выявления и прежде всего предупреждения правонарушений по всей стране сегодня работают рейдовые группы. Ежедневно с проверками по сельхозпредприятиям отправляются и сотрудники Полоцкого РОВД. К примеру, 23 июля в поле зрения правоохранителей и хозяйств «Весна Энерго». Подробности расскажет Елизавета Борбат. Сезон жатвы 2024 в самом разгаре. На полях полоцкого предприятия «Весна Энерго» хлеборобы трудятся от рассвета до заката. Каждая минута на счету. В особенности в нынешнем году, когда погода преподносит немало сюрпризов. Из полей практически не выезжают, ведь работы немало. Не только из-за засеянных площадей, но и из-за разнообразия культур. От трав и зерновых до картофеля и свеклы. Плюс ко всему и урожайность в нынешнем году радует. На данный момент в хозяйстве ведем кормозаготовку параллельно с зерноуборкой. Значит, на зерноуборке работает у нас 4 зерноуборочных комбайна. Это 3 КЗС-1218 и 1 ЛИДА-1300. Значит, намолот на данный момент в хозяйстве уже намолотили 1020 тонн. Значит, планы, которые мы как бы планировали и видим в будущем, как бы пока не подводят нас. Контролирует проведение всех полевых работ сегодня не только руководство сельхозпредприятия, но и специально созданные рейдовые группы. На получение в нее входят сотрудники местного РОВД. К примеру, госавтоинспекторы проверяют технику при выпуске на линию, осуществляют контроль физического состояния механизаторов и водителей, а также проводят выборочные проверки в полях и на дорогах. За время проведения мероприятия сотрудниками ГАИ выявлено 7 фактов допуска к участию в дорожном движении техники, не получивших разрешения к участию в дорожном движении. Должностные лица сельскохозяйственных предприятий привлечены к административной ответственности. Также установлен один факт управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения механизатором сельскохозяйственного предприятия. Обращаем внимание должностных лиц на выпуск техники в технически исправном состоянии, а также на проведение предрейсового контроля водителей. Внимание также наличию и состоянию техники и запчастей для ремонта. Отдельно правоохранители проверяют условия хранения и содержания всей материально-технической базы хозяйств. Важно, подобные рейды проводятся не для того, чтобы наказать, а чтобы предупредить возможные нарушения. Как показывает практика, в большинстве случаев выявленные недочеты устраняются на месте. Но стоит отметить, не всегда предупредительная работа показывает стопроцентный результат. За время проведения рейдовых мероприятий в рамках выполнения распоряжений в период уборочной и заготовительной кампании было изъято более 100 литров окрашенного дизельного топлива. Железная дисциплина и контроль за каждым действием аграриев – жесткое требование главы государства. По информации МВД, только за время посевной кампании текущего года выявлено 142 преступления. В основном воруют топливо. Также задокументировано 29 фактов получения взяток должностными лицами предприятий агропромышленного комплекса. Елизавета Борбат и Сергей Пальцев. Телеканал «Звезда». В Новополоцке продолжается работа по благоустройству придомовых территорий. Своевременный подход к асфальтированию дорог и благоустройству придомовых территорий – залог создания комфортной и безопасной среды для жителей города. С 22 июля в микрорайоне Боровуха началась укладка асфальта в местах парковки автомобилей возле подъездов и во дворах. Работаем мы с понедельника. У нас тут работает 10 человек, 6 единиц. И нам до 1 августа надо все положить в 3 двора. 33-й дом, 34-й и 21-й. Основная проблема, с которой сталкиваются рабочие при укладке асфальта, это припаркованные автомобили. Несмотря на заблаговременное предупреждение жильцов о начале дорожных работ, на парковке все же остаются автомобили. Тогда драгоценное время уходит на поиск их владельцев. Иногда приходится выносить автомобиль практически на руках. Просим люди, если знаете владельца там или кого-нибудь, помогите убрать эти машины. Это же мы делаем для вас.
Работа в микрорайоне Боровуха, несмотря на трудности с автомобилями, кипит с раннего утра. Пока во дворе 37-го дома асфальт остывает и набирает прочность перед финишным покрытием, рабочие выполняют укладку уже во дворе 21-го дома по улице Армейской. К слову, именно эти участки дорог придомовых территорий микрорайона нуждались в ремонте. Совсем скоро обновленное дорожное покрытие порадует жителей Боровухи своей безопасностью и эстетичностью. Впечатления замечательные, великолепные. Мы очень рады. Мы этого очень долго ждали. Вот теперь будем наслаждаться. Молодцы. Вот даже, смотрите, даже и сейчас видно, что они работают. Насчет домовые дороги, вот туда можете пройти, там посмотреть. Вот с палочками так иногда прохожу между домами. Дороги нормальные. И за ними ухаживают. У меня на этом все. Напомню, просмотреть наши программы можно в любое удобное время на YouTube-канале «Звезда». Актуальная информация также в наших аккаунтах в социальных сетях. Сейчас не переключайтесь, я приду слово нашим коллегам с телекомпании «Воен-ТВ». Вашему вниманию новости в форме. Это новости в форме. С вами Александр Микульчик. Добрый вечер. Белорусские военные помогают аграриям в уборочной кампании. Для этих целей в вооруженных силах сформированы 3 сводных автомобильных взвода. Специалисты уже приступили к работам на полях Городокского и Сенинского районов Витебской области. В Беларуси завершилась акция «Марш Победы». Армейцы продемонстрировали танки Т-34 жителям населенных пунктов, особо отличившихся в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками. Многие смогли впервые вживую увидеть легендарный образец техники, послушать выступления армейских творческих коллективов, посетить передвижные выставки раритетного и современного вооружения. Военнослужащий Слонимской группы артиллерии ефрейтор Кирилл Парфеня удостоен премии правительства Беларуси за победу в конкурсе на лучшую исследовательскую работу в области менеджмента качества за прошлый год. В научном труде оценивались актуальность, содержание и значимость полученных результатов. Поздравляем гвардейца с высоким достижением. На базе бригады спецназа в Мариной Горке открыт военно-патриотический лагерь «Разведчик». Каждый день у ребят насыщен событиями. Мальчишки изучают тактику и топографию, тренируются на воздушно-десантном комплексе, посещают памятные места по всей стране. Это были новости в форме. Смотрите нас завтра в эфире телеканала «Звезда». До встречи!